Здравствуйте, уважаемые гольфисты! С вами Антон Самсонов, PGA Golf Профессионал, и сегодня мы с вами в Mill Creek говорим о том, что же делать, если мы попали с вами в раф. Высокая трава. Просто так теперь ударить на флаг не предоставляется возможным, потому что перед ним вода. А мы знаем, что из рафа, так как наша вот эта трава забирает у нас большую часть подъема и передает вращение, мяч летит низко. Когда мы попали в высокую траву, трава оказывается между мячом и вашей клюшкой. Таким образом, все прорези, которые поднимают ваш мяч и дают ему подлет вверх в хорошую высоту, пропадают. И мы оказываемся в ситуации, когда мяч летит слишком низко. То есть летит низко, но катиться будет много. Это значит, что нам придется играть чуть аккуратно, правее, и нужно внести определенные изменения. Когда вы прицелились к этому мячу, и если вы будете делать обычный замах, то, к сожалению, трава будет прокручивать клюшку как на замахе, так и на проходе сквозь мяч. То есть, когда я делаю замах, клюшка начинает здесь соприкасаться с травой и здесь. То есть, она проворачивается. И в момент контакта иногда даже и перекручивается. Чтобы трава не мешала вам на замахе, а ее достаточно много, это еще не самый худший вариант, нам необходимо поставить мяч ближе к правой ноге. Таким образом, клюшка как раз попадет в мяч лучше и будет меньше соприкасаться с травой перед тем, как совершить удар. Также для этого еще лучше бы перенести немножко вес налево, поэтому я всегда рекомендую вам встать по склону на рейнджи и потренироваться, чтобы вы чувствовали хороший перенос и красивую компрессию. Далее, никогда не стойте очень далеко. Если мы стоим далеко, вы точно задеваете всю траву, и клюшка у нас будет проворачиваться. Мячик у нас сорвется и будет лететь 2-3 метра. Встаньте чуть-чуть поближе. Мяч к правой ноге. Это все позволит вам бить вертикально, то есть минимизирует наш контакт с травой перед ударом. Таким образом, мы не будем тянуться вперед сильно и всю эту траву задевать, а мы попадем четко сразу в мяч. Поэтому поставили клюшечку, вот прям поближе, чуть-чуть мяч к правой ноге мы поставили, чтобы у нас траектория не такая была, а сверху вниз, прям сразу в мяч и туда. Далее, из-за того, что мы стоим полностью на низкой вот этой траектории и бьем в мяч, у нас и выход-то особо невозможен. Не пытайтесь сделать полный выход, потому что вы потеряете равновесие. Сделав пару имитаций, вы прочувствуете так, а ничего себе как тормозит. В Америке, например, когда мы были на PGA Show, нам говорили, что клюшку нужно чуть-чуть приоткрыть, потому что в момент касания с травой она провернется и станет как раз ровной. Тоже небольшой лайфхак. Клюшку берем с вами, никакие не 5 айрон. Иногда вот эту траву сложно пройти. Возьму-ка я угол побольше, потому что вы перенесли вес, поставили ближе к правой ноге, здесь уже семерка-то превращается у нас в пятерку. Поэтому в идеале, конечно, девятка, восьмерка, если лежит плохо. Если оптимально, 8-7. Я взял семерку, самый оптимальный для этого удара. Клюшечку берем сильнее, потому что иначе будет проворачиваться. Итак, 2-3 имитации. К правой ноге, вес, замах более вертикальный. Оп, и остановили. Раз, вот и остановили. И я играю чуть-чуть правее флажка, чтобы оказаться рядом с грином где-то в бункере. Итак, делаем удар. Да уж, чувствую, что мячик у меня в самом деле катился далеко и, к сожалению, скатился по склону в высокую траву. Такая высокая трава часто встречается рядом с бункерами и рядом с грином. И вроде бы дистанция короткая, и дизайнер хочет, чтобы мы сделали ошибку и сделали опять наш флайер. Вы просто посмотрите, насколько эта трава высокая. Ваш мяч может быть здесь, на верхушке, а может быть в самом низу. Поэтому, если мы попадем не так точно, и вы точно не будете знать, какой частью мы попадаем, мяч может просто перекатиться или улететь. Это тот момент, когда мы делаем удар, и он улетает очень далеко, мы перебиваем грин и удивляемся, а как же так, раф его не остановил. Потому что он был на верхушке, и раф не особо сильно его задел, и вы попали далеко. Если же он у нас в основании, у нас большие проблемы. Что же происходит? На такой высокой траве просто невозможно сделать проход. То есть клюшка, она тормозится настолько сильно, что вы можете себе отбить руки, поясницу немножко повредить, и, конечно же, мяч у нас никуда не летит. И мы помним, что вся эта трава блокирует ваш подъем мяча, никаких здесь подъемов нету, поэтому нас и играет важную роль вес вашей клюшки. Я всегда использую 54, потому что 56 еще и под наклоном, под которым я стою, превращается в 60, мяч никуда не вылетает. Пич все-таки дает нам очень много наката, и мяч перекатится.
Поэтому 54 – самая оптимальная клюшка, которую я использую. Что нам нужно? Этот удар называется поп-шот. Как в бункере, мы бьем прямо в мяч и останавливаемся. То есть вы сделали замах, расслабленные руки, и потом бам! И остановились. Да, требует тренировки, но иначе никак. Удар встречается редко, но он вам пригодится и в бункере, и вот в такой высокой траве. Помните, склон, параллель, это увеличивает наш угол. Далее, наша задача взять клюшку пожестче и, конечно же, стараться хорошенько попасть прямо в мяч. Проблема в том, что нельзя очень сильно, прям со всей силы переносить вес вперед. Мы можем получить здесь очень быстрые травмы и кистей, и локти, поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны. Кстати, если у вас были травмы в гольфе, пожалуйста, напишите свой комментарий. И давайте разыграем небольшой сертификат. Мы подарим сертификат на посещение травматолога в знаменитой сети GMS Clinics. Многие из них доктора играют в гольф, постоянно их встречаю на гольф-полях, и они знают толк в своем деле. Итак, ну что же, вот он мой удар. Я также ставлю ближе к правой ноге, чтобы точно попасть на нисходящей траектории. Я встал по склону, вот он замах в кисть. Для имитации обязательно отходите подальше. Я вижу постоянно эти удары, когда делаете имитацию, и мяч оп, и падает вниз. А это уже штрафной, вы сдвинули мячик. Поэтому лучше отойти подальше и прям попробовать несколько раз попасть в мяч. После этого мы прицелились, вес, замах и бьем в мяч. Ну что же, давайте посмотрим. Прицелились, последний взгляд. Пора пад забить. Помните, визуализация. Я вижу, что здесь пару метров. Чуть-чуть правее к воде. Надо было чуть посильнее, побольше взять брейк. Итак, подводя итоги, мы можем сказать о том, что не нужно забывать, что эти удары из рафа достаточно коварные. Не забудьте, ваша правильная развесовка, берите на клюшку больше, чуть ближе к правой ноге, вес налево, и сам наш выход, он небольшой. Из-за того, что нет этого выхода, у нас мяч летит низко и катится далеко. Ну а если мы совсем в густой траве, то это поп-шот, то есть вы бьете прямо в мяч, и, конечно, тут важно это все потренировать. Потому что не до конца можно четко подгадать попадание в мяч. И главное, аккуратнее, не повредите свои кисти, локти. Именно поэтому сегодня прокомментируйте любой комментарий к этому видео. Мы разыграем поход и консультацию у травматологов GMS Clinics. Он расскажет вам, как себя обезопасить. С вами был Антон Самсонов. Улучшайте свою игру вместе со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч!